Эти два быка собираются подвергнуть друг друга проверке. Победитель получит все. Правший будет оставлен львам. Он пользуется своими рогами, как штыками, втыкая их в горло соперника. Ему удалось зацепить рога противника, и теперь он пытается сломать ему шею. Он проводит захват задней конечности старого буйвола. Стоит вывести старика из равновесия, и бой будет окончен. Но он наносит ответный удар еще яростнее, чем раньше. Его рог отваливается. Вероятно, испытывает сильнейшую боль. Молодой буйвол пытается использовать создавшееся преимущество до конца. Старый буйвол не готов уступать. После 15 минут бой затихает. Достаточно одного взгляда, чтобы прогнать его прочь. Раненый старый буйвол победил и сохранил контроль над стадом.